Вы сейчас рассказывали о CRM-системе. Давайте еще в двух словах, как называется проект и что он представляет. Мы разрабатываем отраслевой стандарт для ведения истории взаимодействия с донорами. Это отраслевая CRM-система для НКО. Разрабатываем на средства гранта при поддержке фонда президентских грантов. Система сейчас работает у нас уже в фонде, в базовом таком варианте. И с сегодняшнего дня мы объявляем конкурс о выборе НКО для пилотного, бесплатного внедрения CRM. Давайте для тех, кто совсем понимает, что это такое, вот какие плюсы, какая польза может для общественных проектов, если они используют эту систему? CRM-система – это про повышение эффективности внутренних процессов фондов. Это учет пожертвований, это учет доноров, это ведение взаимодействия с донорами и история общения с ними. Это анализ эффективности фандрайзинговых акций, это отчетность оперативная в любом формате, в котором вам нужно. Это сегментация базы, это работа по воронке с донорами. Например, вам нужно посмотреть инитных доноров – этого года. Это легко сделать в CRM-системе, а в Excel, например, в котором там у вас 8500 записей, уже сложновато. То есть это про автоматизацию, да, про эффективность. Супер простой инструмент, да, но вы можете рассказать, в России таких инструментов еще нет? Специализированных под НКО целиком заточенных нет.